На колени, губы твои, словно камешки, тоже являются частью Вселенной. Ну и что? Тоже являются частью Вселенной. Спасибо вам. Спасибо звукорежиссеру. Еще раз. Почему-то у нас все остановилось, но ничего страшного. Ждем следующего гостя. Подождите, пожалуйста, Николай. Во-первых, аплодисменты Николаю Сафонову. Спасибо! Ну, можно туда похлопать. И звук режиссера тоже похлопали, пожалуйста. А во-вторых, подарок нашему гостю от партнеров нашей премии. Так, это... Правильно.
Потому что у нас сейчас появлялась здесь прекрасная певица Малина на этой сцене.
И после того, как она ушла в зал, многие ее коллеги, и не только коллеги, а также гости наши, начали спрашивать, а почему такая красивая девушка, такая замечательная певица и не спела. Народ начал возмущаться. Ну, она сказала, не будет, но народ начал возмущаться активно. И как настоящий артист, как настоящая певица, профессионал своего дела, она решила исправить ситуацию. И, собственно, она поддерживает нашу импровизацию. Это все экспромт, мы это не готовили. Поэтому... А это вот мы сейчас узнаем. Ну, хорошо, что ж, встречаем. Еще раз на нашей сцене певица Малина. Встречайте. Это, конечно, очень неожиданно для меня было. Я пришла сегодня немножечко отдохнуть, так же, как и вы. Но я с большим удовольствием для вас спою, потому что, когда я пою, я получаю от этого огромное удовольствие. Хочу сказать, что если кто-то из вас умеет танцевать вальс, это прекрасная сейчас возможность пригласить великолепных красивых девушек на вальс. Песня на французском языке «Панам-панам». C'est des roses comme ça, tu vois de vie. C'est bien de bonnet que j'ai aujourd'hui. Thank you.